Новый магазин самообслуживания «Слобода» открылся в городце. Расположен он в частном секторе на улице Тимирязева, рядом с центром города. И появился на месте старого магазина, уже отслужившего свой век. Новую жизнь торговой точке дала городецкая райпо. Это очень здорово, когда в нашем городе такая удивительная организация, как райпо. Я вам хочу сказать за весь район. Эта организация делает добро людям там, где далеко не выгодно, я вам хочу сказать. И, как Александр Сергеевич сказал, что в торговле на сегодняшний день, ну, не совсем выгодное такое занятие. Легче отдать каким-то сетевым организациям площади, в аренду, а они держат эти магазины. Дай им Бог здоровья всем, а всем нам, мирного неба над головой, и пускай этот магазинчик будет маленькой жемчужинкой в этом микрорайоне. Красную ленту, символизирующую открытие нового торгового объекта, торжественно перерезали глава города Граца Александр Жиряков и председатель Совета городецкого райпо, его родоначальник Иван Михайлович Ериков, дав старт работе магазина. Наплыв покупателей в этот день был большой. Сразу при входе им была предложена дегустация блюд и продукции, которые выпускают кооператоры Нижегородского облпотребсоюза. Аппетитные пельмени, ароматные котлеты, несколько видов колбас, а также соки, печенье и многое другое. Жители были приятно удивлены и ассортиментом представленных товаров. Особенно юные покупатели, которые сразу же подошли к полкам со сладостями. Каждый нашел себе что-то по вкусу. Мы идем после школы, и чтобы... Решили пожевать что-нибудь, купить. Вот. Также очень хороший магазин, потому что он находится рядом со школой, и на перемене можно заскочить и купить себе, например, какую-нибудь булочку. Потому что утром иногда не успеваешь завтракать дома. Этот магазин, он очень мне нравится, так как тут и цены не очень высокие. И в больших магазинах, которые супермаркеты, цены довольно высокие. И с улицы хорошо, и в магазине всяко-всячина дополна. Да, все хорошо. Ну, конечно, очень удобно. Все можно купить. И продукты, и картошка, и капуста. Все можно купить, не ходя на рынок. Очень хорошо. Даже вот игрушки и мыло, и все на свете есть. Все очень хорошо. Тут был хлебный раньше, что он там дальше, а теперь соединили и хлебный, и этот, все прям прекрасно. Да, все по-другому сделали. Ой, не ушел бы, кажись. Конечно, удобно. Мне нужно идти в центр, мне нужно куда-то идти. И это близко, в шаговый магазин, шаговой доступности, в котором есть практически все. Ну, у нас товары все есть, все товары первой необходимости. Мы стараемся людей обеспечить свежими, хорошими продуктами, чтобы предоставлен весь ассортимент товаров, я думаю, и наши покупатели все останутся довольны. В кратчайшие сроки, в течение 3 месяцев, построили данный магазин, который, значит, на металлическом каркасе из сэндвич-панелей. Большой, светлый, современный, с новым оборудованием, которое мы готовы предложить жителям Граца. Данные затраты по данному объекту составили около 4 миллионов рублей. Но мы надеемся, что эти деньги мы вложили не зря, что они отобьются, принесут пользу. И для жителей Граца вот мы дарим такой новый современный магазин. Городецкое райпо планирует вскоре открыть еще один новый магазин, но уже в Заволжье. И в его ассортименте также будет отдано предпочтение продукции собственного производства и нижегородских производителей. Развивая свою торговую сеть, совершенствуя материально-техническую базу, городецкое райпо с успехом воплощает в жизнь девиз нижегородской кооперации: «Славная история, достойное будущее».